Привет всем! Сегодня у нас видео. Покажу небольшие покупки, которые я сделала за один день. Да. Это будет уход и два продукта таких декоративной косметики. Дав лосьон для тела. Классные у Дав лосьончики, вот эти вот. Они хорошо питают, хорошо аромат у них. Приятный, такой нежный. И мне нравится кожа после них. Она такая нежная, увлажненная, напитанная и такой легкий аромат. Нравится мне. Это у меня с... Так, с чем это? С таким вот цветочком. Видите, там есть с кокосом, есть, ну, разные версии. Я взяла вот Secrets. Блоссум, цветочный аромат, очень приятный. Здесь 250 миллиграмм, надолго его хватает. По цене не помню, что-то 100 с чем-то крон. Вот это. Дальше, конечно же, шампунь Head & Shoulders, мой любимый, с яблоком. Самый обыкновенный, если не знаете, что купить, покупайте Head & Shoulders, отличная вещь. Вот, и взяла такой вот кондиционер с кокосовым маслом. Не утяжеляет волос, питает. Вот такой вот. Напишите, если пользовались ним, что это такое. Я беру... Ой, у меня уже водичка здесь, но я еще им не пользовалась. Просто стоит, поставила в душе. Аромат такой обыкновенный. Аромат бальзамов. Большинство бальзамов вот имеют такую отдушку. Это L'Oréal Elsev. Экстраординарное масло. Но увидим. Нормальное. Написано нормальное, аж сухое. Ну, увидим, как он будет работать на моих волосах. Сегодня я купила вот такой вот бустер от Catrice. Сейчас он у меня на губах. Он такой немножко с ментолом, типа как Volumizing Lip Booster. Прозрачный он и немножко имеет в себе шиммер. Холодит губки, тем самым он как бы их типа как делает больше, но это чисто ощущение такое, визуально вы не увидите увеличение губ, просто вот как бы кажется, что губы немножко раздражает и такое вот, ну, может немножечко, и вот этот вот зеркальный отблеск, он дает какой-то такой вот объем, знаете, губкам. Ну, взяла попробовать. Можно использовать самостоятельно, вот как я сейчас делала. Либо же можете нанести карандаш, либо же матовую помаду. И вот этот вот я и взяла прозрачный, чтобы потом его использовать на любой цвет помады. Дальше. Захотела я нюдовых макияжей, поэтому купила, сегодня искала коричневую тушь. В Буржуа нету. В Макс Факторе нету, нашла в Дермаколе, попросила девушку, говорю, не знаю, эту тушь гнеду, покажите мне, то есть коричневую. И вот она мне две туши показала, Дермакол и какую она мне еще, и Риммель, но Риммель мне не понравилась, а вот Дермакол... Хотя тоже, я не знаю, вот я немножко нанесла на... Немного, если вы смотрели мое предыдущее видео, то вы видели, что я нанесла немножко туши черной, а это коричневая. Вот такая щеточка. Я не люблю такие щеточки. Не знаю, как у меня пойдет с этой. Увидим. Вот. Пока что не могу ничего сказать. Если вы используете, пользуетесь косметикой Дермакол, вот Мега Лаш, напишите коричневая, как она вам. Вот и все, в принципе, покупки. Купила еще сегодня постельное дочке на кровать. Купила
клей буду здесь в этой комнате клеить обои. Вот. Купила два кактуса. Потихонечку хочу немножко так озеленить свой этаж. И хочу порядок потихонечку наводить. Вот. Уюта добавлять. Так что на этом все. Увидимся. Напишите о своих покупках, о своих находках, о той косметике, которая вам нравится. Может, что-то в люксе, может, что-то в бюджете. Неважно. Делитесь со мной своими покупками, своими находками. Я буду делиться своими находками и в бюджетной, и в люксовой косметике. Поэтому увидимся. До новых встреч. Пока.